Раньше Лидия Петина не видела смысла пользоваться льготами соцпакета, но в этом году решение изменило. Лидия Алексеевна – медсестра с 30-летним стажем, а теперь ей самой нужен врачебный уход. Сейчас у меня усложнилось здоровье, а финансовых возможностей нет, и хочется поэтому съездить мне куда-нибудь отдохнуть в санаторий. Набор социальных услуг, о котором идет речь, предоставляется федеральным льготникам. Среди них инвалиды всех групп, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий. Таких в Самарской области почти 280 тысяч. Социальный пакет состоит из трех частей – лекарственной, санаторной и транспортной. Ежегодно законом предоставлена возможность льготополучателям делать маневр либо в сторону социального пакета, либо в сторону повышения размера ежемесячной денежной выплаты. Сегодня стоимость набора социальных услуг составляет 913 рублей 12 копеек. Выбор нужно сделать до 1 октября. Если с прошлого года льготник своего решения не изменил, то и в пенсионный фонд идти не нужно. Валерия Макарова, Сергей Баскин, Максим Гусев. События.